Ранним утром в храме десятки сочинцев. Участие в траурном богослужении по жертвам авиакатастрофы в Черном море – сегодня это все, что можно сделать для погибших, отмечают верующие. На панихиде священнослужители молятся о прощении грехов и упокоении умерших. А стоять на такой заупокойной службе принято с зажженными свечами в знак веры в светлую будущую жизнь. Духовенство же города Сочи, помимо всего прочего, оказывает и необходимую пастырскую помощь всем родным и близким погибших, прибывшим к месту крушения самолета. Задача священников – духовно их утешить, хотя они в силах сдерживать слезы и незнакомцы, считая произошедшее трагедией всего российского народа. В храме это святое дело, понимаете, пойти на набережную, увидеть все это, почувствовать, насколько все это близко. Это настолько личная трагедия для каждого сочинца, понимаете, слишком личная. Да, мы не знали никого личного, как бы, да. Но у меня есть дядь, он военный дирижер, он учился у Халилова. Понимаете, у меня сейчас моя семья переживает такую же трагедию. То есть он в Новгородской области, сейчас точно так же тяжело это несет. Из собора сочинцы, среди которых и сотрудники городской администрации, члены общественной палаты и депутаты городского собрания, отправились на Южный мол. Туда, как и к месту крушения лайнера, горожане весь день несут цветы и свечи. Это трагедия, наверное, для всех людей. Это не передать словами. Это комок чувств, которые... Ну, наверное, не выскажешь. Это действительно очень больно. Это замечательные люди. И знали их очень хорошо, и концерты смотрели. Доктор Лиза – это вообще потрясающий человек, который помогла стольким детям, людям. Горе сплотило. Вся страна скорбит. Очень страшно, что такие люди, которые едут с такой миссией, летят поддержать, сделать подарок к Новому году. И просто уже не вернут никогда. Очень страшно. Очень страшно, что жизнь в любой момент вот так вот может оборваться. Самолет с 92 летевшими на борту потерпел крушение спустя 2 минуты полета. Военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, медики, общественные деятели и журналисты 3 федеральных каналов направлялись на аэродром военной базы Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить находящихся там российских военнослужащих с Новым годом. Сегодня по всей стране объявлен общенациональный день траура. На всех государственных учреждениях приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Уже сегодня на площади Южного мола не будет и новогодней елки. Завтра, 27 декабря, здесь пройдет траурный митинг. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.